Вот, все это 700, 800 рупий, можно сказать. Ну, самое дорогое здесь ги, это 308 рупий, оно вышло в пол-литра. Кстати, а сейчас мы будем делать местную сладость, называется это ладу бесом. Бесом ладу. Сиди мне будет помогать в этом и рассказывать. Так, друзья, это Сиди, и сегодня она расскажет, как готовится ладу бесон. Can you explain what is mean ладу бесон? It's a бесон ладу, normally made from бесон flour. That's it. What is this? It's a ладу. It's a sweet. It's a sweet when people have it in Diwali and everything, Indian festivals. Especially the бесон ладу is like given to everyone. It's Gujarati or? No, it's like super sweet. Like everyone eats. No, like nothing else. Okay, it's a bowl. Uh-huh. В общем, вы поняли, это шарик такой сладкий, и готовится он из вот этой вот нутовой муки. И погнали, для приготовления бесон ладу вам понадобится три ингредиента. Первое — это бесон, мука, нутовая мука. Второй ингредиент — это топленое масло ги. И третий ингредиент — это сахар. Вот и все. Вот для примера. С чего начать? Когда уже у вас есть все эти ингредиенты, вы просто берете муку и обжариваете ее на вот такой вот поверхности. This much is good. We can make for half or for all. Really? Yeah, why not? When we will use? Спрашивают, сколько мы? It's too much. No problem. It's about only ghee. We have half liter. Так, друзья, у нас нету четкой граммовки, поэтому все происходит, как это сказать, ну, рандомно, случайно. То есть будем ориентироваться по ходу. Самое главное, это чтобы у вас ги хватило для этого, потому что мука будет впитывать очень много масла. Кстати, за место we not will use sugar, we will use bur, if it's possible. Друзья, вместо сахара мы будем использовать другой сахар, который вы уже знаете. Такой он темный, настоящий, не рафинированный. Сейчас я вам его покажу. Это домашний, кстати, сахар, причем меня им угостили в деревне в индийской. Вот он. Джаггери. Пишите в комментариях, пробовали вы такой сахар или нет. Ну, вот так вот происходит процесс обжарки муки. Это займет достаточно много времени. That's what I am saying. Maybe better to put in oven. You know, it will be very fast, like 10 minutes. It's good. Because... In oven we can't keep moving. Then the lower part will get... No, we can. No problem. Remove and do again and again. Okay, no problem. You know, if you make crunchy, that you put in oven. I don't want to make crunchy. I just want to roast also. So what happens while roasting? Like the all the besan is separated. Now it's like this, right? Yeah, I did this before with you the did it? Not besan but another. Rava. No, this wheat flour. Хотел вам сказать, что если у вас есть духовка, то можно запечь эту муку, и процесс будет намного быстрее, чем вот так вот будет стоять и делать это. Говорит, готово. Так, друзья, ну сейчас нужно нам освободить нашу сковородочку от уже пассированного бесон флор, или как это, нутовой муки. И далее мы сюда нальем наше масло ги. Подогреем его. Сейчас
сами все увидите. See, it should be clean or it should be also based on here. It's okay, it's fine, that's fine. So I put the key. Yes. Так, ну что, открываем. How many we put? How? Yeah, this much is enough for the first. Then we'll put from up again and up. Next? Next. Так, ну вы поняли, да, что было? Первым делом мы пропассировали бесон, ну немного. То есть он даже цвет, наверное, не поменял. Хотя я бы запек на самом деле. Вот, и сейчас мы растопим масло, можно сюда еще сахар добавить. How many? We can put this? Not now. Not now? Because there's besan and ghee. Then we have to put sugar from up when it's done. But this sugar, it's take time for. Yeah. So we can put now? Он какой-то черный вот с этими. Какой-то непонятный он. It's what do you think? What is this black? It's a no, village. No, it's not good. It's not good? What is this? Sugar, right? Hmm, everything same. Then put this. It's already melted. You should keep this in fridge, not outside. Really? Yeah, I'll keep it in. Because of heat, it is getting like this. Говорит, нужно в холодильнике держать. Но это, они оба, it's two difference. Yeah. But this is better. But it is spoiled, I guess. No, nothing spoiled. How sugar can be spoiled? What is this then? Fungus? I don't know. It can be nearby something, you know. Because of softness, it's become more near. Then you want me to put this? Everything. But you... let's remove that black one. Or you take camera, I will remove. No, no, not like this. То есть если ваш бур look like карамель. Maybe this pack was something before inside. See, now it's better. Смотри, внутри какой он жидкий. It's a liquid inside. When love comes in. This one is enough. This? No, that's sugar. Okay, first try, let's try this one sugar. If we need, then we need. We have chaggy powder also, no? If needed, we'll put that on from up. I don't know. Говорит, если надо будет, мы добавим еще сверху. Но так на этом все. Сейчас будет небольшая пауза. Так, ну что, погнали. После того, как мы растворили наш сахар в масле, мы добавляем пассированный бесон. Куда? Постепенно помешиваем. Мне кажется, надо еще we need more ghee. Yeah, later on, one step. Ого, ну вот наше тесто получается. Yeah, now this color the same. Обратите внимание, как наше блюдо уже какой цвет уже у нашего блюда. Вот это реальный цвет, как называется, бесон ладу. Ну и все, и вот так вот замешиваем тесто. Я бы еще ги добавил, наверное, чуть-чуть. Да? Ну, посмотрите, какая у нас уже красота получается. It's very easy sweet dish.
very easy. Но такая вкуснятина, вы не поверите, друзья. It's your favorite or you can you like more another sweet? I like this one. Говорит, нужно больше ги добавить, потому что... Why? Why more ghee? So the laddu will become soft, no? А, для нежности. Yeah, or else it will be... It won't give you that feeling of basin laddu. That's it. This much is enough, I guess. Ну да, консистенция как будто это peanut butter. Так, ну что, мы добавляем еще немного сахара, попробовали. Сахар? Говорит не сладкий, да, сахар. Поэтому добавим еще немного сахара и начнем делать шарики. У каждого из нас разные понятия сладости. Вот сейчас будет самое интересное. Как будто чапати делаем. Предлагаю отдохнуть. Варифот. Бейсен ладу is ready. Да, у нас все уже готово. Даже эти шарики почти готовы. Как вам, друзья? Пишите, что думаете. Пробовали вы такой десерт? Easy basin laddu, you can prepare at home in just 20 minutes. It's a very easy process. Anyone can make it. Да, если вы не знаете, что подарить, подарите десерт своего собственного приготовления. If you don't know what you can do, give to people, you can make this. Anything. This also. Это высота получается у нас. Ну так вот, друзья. Эти бесаны. Вы напишите в комментарии, пробовали ли вы такое блюдо. Хотел еще раз вам сказать спасибо за то, что... Точнее, какое спасибо? Благодарю вас за то, что подписаны на мой канал. Смотрите, комментируете, ставите лайки, создаете активность. Вот, и также хотел вам напомнить, если вам нужны какие-то товары, в качестве, это могут быть какие-то товары, сувениры, может быть какие-то лекарства от гепатита. Вот, пишите обязательно в комментарии, либо мне в личные сообщения.